Друзья, всех приветствую. Итак, в прошлом видео мы заливали поддон. И пока он сох, произвели монтаж плитки, стен и пола. Далее мы прогрунтуем, а затем нанесем гидроизоляцию в два слоя. Ну а что у нас дальше получится, мы сейчас увидим. Поехали! Изначально мы делаем разметку, отталкиваясь от трапа. Ведь в самом начале мы его устанавливали равномерно со стенами. Далее вырезаем квадратик под трап и кладем плитку без клея для точной разметки конверта. После чего, как разметили конверт, убираем плитку и режем ее по нашим меткам. Готовые элементы временно кладем на поддон, чтобы была возможность подкорректировать. После того, как все подогнали, убираем плитку . А потом производим монтаж поддона. И вот так вот одна за одной собираем наш конверт. Края поддона должны быть в одном уровне, а уклон к трапу составляет 10 мм. Ну вот, собрали поддон. Далее режем плит, чтобы обойти поддон в нижнем ряду. Итак, по размеру все четко. Далее пилим уголок по размеру. И подгоняем его к краю верхней части поддона. После чего, как все подогнали, произведем укладку первого ряда. Далее штукатурим откос и производим монтаж уголка.
Затем произведем монтаж откоса. В принципе, мы собрали поддон. Вот так вот он у нас выглядит. Ну а в следующей части будем производить монтаж дверного проема и завершение всех работ. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.